Всем доброго утра. Лиза пытается сбросить с себя котенка. Он залазит, капец. Он отсюда залез мне на платье. Он с тазика залез на платье и не хотел ее отпускать. Сейчас смотрите. Лиза готовит смесь, и котята вокруг нее. Мяу, говорит, мяу. Ириска начала их годно вылизывать. Ириска все еще у нас с пузом. Никак не родит. Молоко кончается. Да. Тигруля вообще, тигра, ты что такой активный? Сейчас он опять залезет. Не отходи только, ладно? Мне интересно, что он сделает. Давай, 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 тигра, давай. Нет. Прикольный еще такой голубоглазый. Тигра, прыгай на нее. Давай. Не, он передумал. Он решил искать другую мамку. Что там валяется рядом с тазиком? Хлеб, что ли? Мы еще с утра ничего не убирали. Еще раннее утро. Я еще за бабушкой не ездила. Что ты, посудомойку загрузила? О, Катю попросила, у нее сегодня сильно трудовой день. Попросила сразу с утра мне еще морковки, еще лука. Сварю еще одну порцию супа. Чего? Давай, корми быстрее, они сейчас с голоду помрут. Так, ну что? У меня еще волосы немножечко мокрые. Хорошо, что на улице тепло. Надо прогуляться в теплицу к индюкам, а потом ехать за бабушкой. Пойдемте со мной. Так, что у нас? Оп. Смотрим. Так. Ну, неплохо. Влажность есть. Редисочка растет, сорняки надо дергать. Так, проверяем Сашины помидорки. Это Сашин виноград. Огурчики, по-моему, все вообще хорошо чувствуют. Мое, ну, более-менее. Некоторые растения не очень, но они сразу были не очень. Капуста не очухалась. Блин. Капусту мы погубили. Обидно-то как. Ну, ладно. Так, это у меня арбузики. Здесь тоже что-то у Саши. Этот вообще не выжил. Тут, короче, ничего не выросло в итоге. Так, ну что? О, там салат повсходил немножко. А мы с Сашей думали, что совсем не взошел. А вон между редиски салат. Ладно, прореживанием сорняков я займусь попозже. Сегодня мне нужно будет обязательно рассадить тыквы и кабачки. А пока просто... Так, нет, дверь нельзя открывать, иначе кошки зайдут. Откроем одно окно, чтобы теплица не перегрелась. Так, у нас вот здесь открывается окно, сейчас покажу. Вот так вот досочка, видите, стоит. Так, я сейчас вот это окошечко открываю, треугольное такое, и вот, и подставлю досочку. Начала снимать, отступать назад и чуть не грохнулась. Вот так вот получается. Пока одно только открою. Так, сейчас мне надо к индюкам уйти. И посмотреть, как они себя чувствуют. Наверное, еще рано их выпускать, но надо хотя бы вот эту штуковину поднять, чтобы им стало светло. Вот так вот мы сделаем. Как вы себя чувствуете, зайки мои? А? Как у вас дела? Саша сказал, что вы сломали сегодня лампу с утра. Вот вы зачем так сделали? А? Разве так можно? Так, вам надо водичку поменять. Ага. Вторые мои питомцы. Второй плед поднимаем. Вот так вот, чтобы солнышко светило. У вас тоже все хорошо? Так, водичку надо поменять. Водичку. Может их выпустить? Пусть побегают. Пускай. Выходите, если хотите. Давайте. И вас тоже выпущу. Брудеры не буду выключать. Просто открою, чтобы они могли выходить и заходить. Да? Ой, как сложно открыть-то. Ну что, выходите, мои хорошие. Выходите, мои сладкие. Выходи, моя пташка. Кто захочет, выйдет, в общем. Тогда и воду не надо пока наливать. Ой, 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 полетели. Полетели, давайте. Очередь, очередь. Полетели? Сейчас я им корм рассыплю по полу. Пускай они его собирают. Все, я им корм досыпала. Вот банку поставила, пока сюда запасную туда поставила. Водичку поменяла, они кушают. Ну и вот такие вот сделала просто со входом, да? Чтобы они могли зайти и погреться, если что-то у них не так. Самые сладкие. С
Все, теперь куры. Куры уже там беснуются, что я к ним не иду в первую очередь. Сейчас приду покормлю вас. Все, поехали за бабушкой. Все утренние дела сделали важные. Можно ехать за бабушкой. Уже половина девятого, а к девяти надо привезти ее, потому что в девять начнется занятие, и, скорее всего, опять с математики. Когда уже кончится учеба? Я хочу, чтобы она закончилась. Я хочу уйти на каникулы. На бессрочные. Тут кто-то вбрасывал в группы информацию, что типа хотят дистантное обучение оставить навсегда. Но если бы такое сделали, то я бы перешла в онлайн-школу с детьми. Там хотя бы не надо так извращаться. Показать вам. Смотрите, еду сейчас по улице. Сегодня здесь будет вывоз мусора. И народ просто выставляет мусор на улицу. И, короче, машина потом будет ехать и собирать. Для сибиряков, скорее всего, это непривычно. У нас так не делали. Мы первое время были вообще шокированы. Едешь чисто такой по мусорке. Ну, как бы, согласитесь, да? А по-другому никак. То есть здесь нету никаких контейнеров, куда можно выбросить. Вот так вот выставляешь, они потом собирают. Я опять забыла в умыватель налить воды. Мне давно уже надо помыть стекло, а у меня воды в умывателе нету. Надеюсь, сегодня не забуду. Уже 3 дня пытаюсь залить, 3 дня забываю. Подъезжаю к бабушкам, включаю дворники и понимаю, что воды нету. Там уже бабушка выходит, сейчас она ко мне сядет и, собственно, поедем. Кстати, кто не знает, у меня сегодня день рождения. Сегодня 28 апреля, и Свете сегодня исполняется, а не скажу, сколько лет. Попробуйте угадать, сколько мне лет. Заодно посмотрим, насколько я выгляжу. Так, где-то там бабушка застряла. По-моему, у нее там что-то для меня. Ну, явно там не учебники и не тетрадки. Пакет большой. Сейчас будем узнавать. Ой, не пускает. Подожди, подожди. Вот сейчас. Доброе утро. Доброе утро. Я тут смотрю на пакет. Это же мне, да? Маленький нет, а большой. Большой. Нет. Мне на маленький не претендую, я только на большой претендую. Ну, смотри, что в пакете мы будем, наверное, дома. Потому что мне еще надо купить гороха. Быстренько. Можете посмотреть, написано Наталья Владимировна. Ну, там еще написано Мажоров чего-то там. Да. Наталья Владимировна написано, это моя сестра. Значит, это подарок от моей сестры. Привет, Наташа. Я его еще не видел. Нет, я его вижу. Сейчас я подгляжу. Я вижу! Сейчас я вам покажу. Тут просвечивает, мол. Я уже рассекретила подарок. Чайничек с цветами. Так, за Наташу выручает мама, да? Подарок от Наташи. Ага. Давай, я пошла. С днем рождения. Спасибо. Расти большой, не будь лапшой. Куда еще-то больше мне наоборот худеть надо, вы что? Можно я похудею? Я же сказала, не будь лапшой. Ладно, спасибо. Пошла распаковывать. На. А ты меня поздравляешь? Так давайте по очереди. Пойдем чайник распакуем. Там чайник. Смотри какой. Ты-то еще не знаешь? Смотри какой. Чайник. Долой кружку. Убирай кружку. Убирай кружку, я ее мыть сегодня буду. Все. Долой нелюбимую мною кружку, которой никогда не хватало на всю семью. Иди сюда. А, вот ты зачем днем рождения учила. Слышишь, что играет? Хитрюшка. Спасибо! Играй! Миша, смотри, ты играй, играй, мы тебя слушаем. Смотри. Ух ты! Снимай! Снимай пакетик. Какая крыша! Не урони, только не урони, пожалуйста, пусть он побудет живым. Не надо так крутить, не надо, не так крутиться. Опа. Смотри, Миша, смотри, какой красавчик! Ой, какой красавчик! Красивый? Красивый, он Почему нам... Почему он чем-то облеплен? Это не... А, это чтобы он не побился, это все снять надо, я так понимаю. Да, это пленочка. Ух ты! Пленочку наклеили. Ау! А самое главное, какая ручка красивая, я ее не могу распечатать. Мама. Ладно, 5 сек. Мишка, тебе нравится чайник? А? Все, Миша заинтересовался чайником. Не откручивай. Пипку не надо откручивать. Ее смотри, вот так вот раз, и водичку наливают. Закрывают.
Ну вот, рассказываем ребенку, как чайником пользоваться. Он уже настолько привык, что у нас кружка, что ему удивительно, да? Да, это коробочка. А здесь еще много пупырок. Смотри, Мишка. Они не щелкают. Они маленькие, поэтому громко не щелкают. О, Лиза, не трать мою пупырку. Пупырку, это мой антистресс. Сразу первое испытание, точнее первая вода, которую надо будет выливать. До верха доливай. Все, ну не с горочкой же, Лиза. Теперь нужно поставить его на огонь. Ничего страшного, плиту все равно мыть. Вот. И первую воду выливаем. Потом новую, уже можно чай пить. Саша, большое спасибо тебе за подарок. Мы уже вскипятили его первый раз. И сейчас, наконец-то, делаем нормальный, адекватный чай. Не в кружке, а в чайнике. Еще и получился чайник вместе с букетом. Мне очень нравятся розочки. Большое спасибо.